Учитель – великий человек, излучающий особое тепло и зажигающий свет познания в сердцах и душах каждого ученика. Нургуль Казанбековна – одна из учителей средней школы города Семей, которая на протяжении 41 года дает знания и воспитала уже не одно поколение учеников. Учитель-ветеран Нургуль Казанбаевна работает в школе уже 41 год. В педагогическом институте имени Крупской она освоила специальность учителя казахского языка и литературы. Свою карьеру начала в 1982 году. Она делает все возможное, чтобы учить и воспитывать подрастающее поколение, с особой заботой относиться к каждому ученику. Мы с особой заботой учим наших учеников, которых нам с доверием приводят родители. Мы никогда не делим своих учеников. Все они для нас одинаковы. Всегда используем разные методы, чтобы найти путь к их сердцам. Всех приветствуем с распростертыми объятиями и проявляем материнскую доброту. Но если мы видим, что кто-то плохо себя ведет, мы выражаем свое недовольство и высказываем ему свое мнение. Заслуженный педагог является автором 4 методических пособий, 1 монографической работы, а также более 150 научных статей. За научные достижения награждена знаком Эбрайл Тансарина и медалью лучшего исследователя. Нургуль Казанбаевна всегда помогает с вопросами. Мне нравится ее методика при изучении новой темы. Она рассказывает нам интересную информацию об авторе или еще более интересную информацию о произведении. Она дает нам множество примеров и возможности узнать, почему автор написал произведение именно так, описывает душу каждого персонажа и многое другое. Нургуль Казанбаевна бізге адамгершілікті, іздене білуді, санау ұрпақ болуды үйретеді. Нургуль Казанбаевна учит нас человечности, умению искать, быть сознательным поколением. А поскольку у нее большой опыт, то и вклад в образование она вносит большой. По словам Нургуль Казанбаевны, для того, чтобы стать хорошим преподавателем, нужно любить свою профессию, которая сопряжена с трудностями и радостями. Также нужен постоянный поиск и трудолюбие. Асель Айдар, Арайла Малиханова, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».